Добрый день, друзья! Этот ролик записан специально для сайта Repetit.ru. Меня зовут Борискина Любовь Сергеевна. Кроме педагогического образования, я имею высшее экономическое образование. Регулярно прохожу курсы повышения квалификации. Кроме общеобразовательной школы, я работала в колледже и институте. Репетиторством по математике занимаюсь больше 20 лет. Провожу занятия дистанционно, по скайпу, как индивидуальные, так и в мини-группах. А кроме того, провожу вебинарные курсы, бесплатные вебинарные курсы по субботам в 12 часов. Готовлю учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Мои учащиеся сдают экзамены в среднем на 92 балла. Большая часть моих учеников уже закончили вузы. 8 человек еще учатся в институте. Наиболее высокие результаты на экзаменах показывают те учащиеся, которые занимаются со мной не менее 2 раз в неделю по 2 академических часа. К учащимся, которым предстоят экзамены в этом году, советую пройти курс дистанционно по скайпу на экзамен без стресса, где вы получите много полезной информации, а кроме того, изучите специальные упражнения, в том числе и те, которые используют спецслужбы всего мира для подготовки своих агентов. Но если вы задумываетесь о будущем своего ребенка и хотите, чтобы он раскрыл свой учебный талант, имел высокие оценки по всем предметам школьной программы, достаточно легко закончил институт, вам имеет смысл пройти тренинг суперспособности. Специальные техники, изучаемые на данном тренинге, позволят запоминать большие массивы информации с первого прочтения и не требуют зазубривания. Возвращаясь к математике, хочу сказать, что я объясняю материал доступным языком на простых примерах. Во время занятий мы с учащимся одновременно с текущим материалом возвращаемся к тем разделам, где имеются пробелы, устраняем их, а кроме того, мы проходим материал упреждающим порядком. Это позволяет накапливать высокие оценки, и таким образом у учащихся повышается самооценка, повышается интерес к математике. Записывайтесь по WhatsApp на бесплатные вебинарные занятия по субботам в 12 часов. Буду рада вам помочь.